Эх, ситуация была прикольная. Представляете, прошлый год в город Магнитогорск приехали сетевики с Владивостока, там еще откуда-то, и типа решили у нас подвинуть наших автомобилистов. Однако нет. Однако наш автомобилист тоже понимает, как вам сделать замечательные цены. И, кстати, самые замечательные цены здесь. Вот есть автомобилиста 8D. Павильон 72 – это форсаж. Вы в реальности можете залезть на сайт r17.ru, выбрать себе замечательные колеса и замечательные диски, и потом вам сюда все это дело привезут. Но если вы каким-то образом не понимаете, и вы не работаете с интернетом, придите сюда, здесь вам все это и сделают. Ну, представляете, в город с самыми высокими ценами пришли те, кто продает очень много колес. Очень много. И думалось, наши продавцы сдуются. Ан нет. Наши продавцы выкинули фирмы-поставщики и сами решили продавать резину. Но самые же простые могут вам эти колеса и привезти. И вот двойная экономия на вас. Вы не платите за склад и за аренду. По сути-то вы и есть покупатели. Вы именно платите. Человек, кто арендует, ему фиолетово. Платите вы, нормальные покупатели. По сути, все это на вас и ложится. Но оказалось, что проще и интереснее заказывать товар по каталогу, распространенному в интернете. R17.ru. Кстати, единственный представитель в нашем регионе – магазин «Форсаж». И вы, конечно, можете купить, но только кто вам доставит? «Форсаж» эти вопросы решает просто. Вы выбираете цену, и через день, два, три колеса у вас, а может и диски. Кстати, для справки, необходимо сюда зайти и купить себе масла. Кстати, не только масла вы здесь можете купить, здесь можно купить также элементы косметики, замечательные инструменты. И, да, по сути, здесь реализуется все. Вы сюда заходите и отсюда забираете себе товар. Кстати, о том, о чем мы с самого начала говорили. Вы здесь можете также забрать себе и автомобильную резину. Конечно, колеса изнашиваются не так, как масла и другие элементы. Кстати, что касается масел, то «Форсаж» их вам и представляет. При этом гарантирует цену ниже, чем где-либо. Причем, приехав в ряды продавцов на автомобилистов, начинаешь реально понимать, где в Магнитогорске самые низкие цены. Но что такое колеса? Колеса должны быть круглые. Хотя, с другой стороны, в России выпускается большое количество колес. Представляете, и Pirelli у нас выпускается, и Nokian. Вообще, мы в действительности не самая плохая страна, по сути, событий. И вы можете купить себе недорогую резину, купленную здесь. А где это можно сделать? Вот прямо здесь, в павильоне номер 72, автомобилиста 8D.